Главный федеральный инспектор по Башкортостану проконтролировал ликвидацию несанкционированной свалки под Благовещенском. Алексей Касьянов отметил, что подрядчик качественно выполнил свою часть работы. Свалка появилась в городе 20 лет назад. За это время площадь достигла почти 3 с лишним гектаров. Участок приводят в порядок по федеральному проекту «Чистая страна». На ликвидацию свалки выделили 80 миллионов рублей. Территорию освободили от мусора. Теперь приступят к биологическому этапу рекультивации. Посеют многолетние травы. Благоустройство займет несколько лет. На том месте, где мы сейчас находимся, буквально год назад находились груды мусора, вот, которые серьезно осложняли экологическую обстановку, вот, усложняли жизнь значит, жителям города. Вот. Теперь мы видим, что вот, проведена достаточно серьезная работа по рекультивации. Вот, все отходы, значит, вот они скомпонованы. Вот, в соответствии с технологиями, с техзаданием, они укрыты, значит, традиционным материалом, вот, отсыпаны грунтом. Вот, и в дальнейшем администрация города уже будет проводить биологический этап рекультивации. Вот, и буквально тут через 2-3 года, наверное, на этом месте уже будет зеленая трава. Ну и по проекту «Чистая страна» в прошлом году в Башкортостане рекультивировали 5 несанкционированных свалок в Баймаке, Благовещенске, Давлеканово, Сибае и Стерлитамаке. На это направили более 2 миллиардов рублей, из которых 1,5 – это средства федерации. В этом году очистят от мусора площадку в Кумертау. По словам Касьянова, работа по ликвидации свалок продолжится, но уже по федеральному проекту «Генеральная уборка». Наводить порядок будут в районах республики. Там насчитывается до 90 свалок, но они меньше по масштабам.